Bell UH-1 Irakez, американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как Huey. Одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года. Выпущено большое количество военных и гражданских модификаций. Необходимо отметить, что именно вертолеты семейства Bell UH-1 Irakez являются одними из самых массовых в вооруженных силах многих стран мира. Этих моделей с момента начала серийного производства и по наши дни было выпущено около 8000 экземпляров. Общее число вертолетов всех модификаций, выпущенных с начала серийного производства, включая лицензионный выпуск вне США, более 16 тысяч штук. Bell UH-1 Irakez – многоцелевой вертолет одновинтовой схемы с хвостовым рулевым винтом. Фюзеляж полумонококовой конструкции, в его передней части размещена кабина для двух пилотов, сидящих рядом. За кабиной расположен отсек для полезной нагрузки. На хвостовой балке размещен стабилизатор и киль с двухлопастным хвостовым винтом. В нижней части фюзеляжа имеется петля для перевозки грузов на наружной подвеске. Несущий винт двухлопастный с полужестким креплением лопастей, шириной 533 мм. В качестве посадочных устройств используются стальные лыжи, на которые могут устанавливаться надувные поплавки, обеспечивающие взлет и посадку вертолета на воду. Силовая установка состоит из одного или двух турбовальных двигателей. Редуктор и двигатель размещены по оси вертолета в верхней части фюзеляжа за кабиной экипажа. Система управления оборудована гидроусилителями. Топливная система вертолета включает два бака, размещенных за кабиной в центре тяжести вертолета. Суммарная емкость баков – 625 литров. В целях увеличения дальности перегона, внутри фюзеляжа могут устанавливаться два дополнительных бака общим объемом 568 литров. Гидравлическая, пневматическая и электрическая системы вертолета имеют привод от двигателя. Вертолет оборудован комплексом навигационного и радиоэлектронного оборудования, посадочными прожекторами и навигационными огнями. Максимальная скорость – 238, крейсерская – 204 км в час, практическая дальность – 615 км, практический потолок – 3505 метров. Экипаж – 2 человека, масса пустого – 2300 кг, полезная нагрузка – 8 солдат или трое носилок, двое сидячих раненых и один сопровождающий, или 1361 кг груза в кабине или на подвеске. Вооружение – 1.7-62-мм пулемет М-60 в дверце кабины или 4.7-62-мм пулемета М-60 на направляющих по бокам фюзеляжа. Возможна подвеска двух пакетов с 24 70-мм нар М3, установка 40-мм гранатомета XM5 и до 6 управляемых ракет АГМ-22Б, БГМ-71 ТОВ.